Заберите меня, заберите отсюда меня. Тыкается просто мордой в стекло. Надо зайца купить. Ой, смотри, что сделал. Я жалко, сейчас не открыт магаз, я бы зайца сейчас купил. Красавчики. Ну чё, привет. Предпоследний день, походу, получается в Самаре. Здрасте. Вы так смотрите, вам мешаю, да? Значит, и закупаем всякие вот провода, всякие штуки, распред коробочки нам сегодня понадобятся, может, там другие кабель-каналы и всякое прочее для того, чтобы лоску здесь навести. И, собственно, все. Ну, нам вчера написали там всякие замечания, которые, в общем-то, очень очевидны, потому что, ну, все давно известно. Просто надо чуть-чуть доделать. О, мне надо найти еще под пожарный, под этот, под огнетушитель, да, ведро квадратное, короче, металлическое. Всякие наклеечки уже есть, документы все есть, все хорошо. Короче, сейчас все найдем, все поправим. Точка, пушка, самолет, гонка, вот это все. А вон повернулась или она не вращается? Или это как-то автоматически происходит, а? Она нас пишет? Да, она, наверное. Не, она не пишет. Она просто вот показывает. Не, ну там должны же быть какие-то удаленные этот, данных, нет? О, вот, ништяк. Только что смотрел? Да. Кайф, чувак подошел. А сколько тебе лет с этим? 20. А у меня все школьники. Да я угораю так. Все, спасибо, давай. Че, типа, магаз готов вообще, по сути, да? Осталось довести некоторые замечания, доделать, которые нам сказал тут, короче, администрация торгового центра. И единственное, что осталось отмыть, вот эти вот верхние скотчики. Здесь, короче, вывеска такая была, да, на время ремонта. Ну, типа, выгородка, да, короче, такое полотно висело, типа, скоро открытие. На самом деле, оно нафиг ни на что не крепилось и просто падало. Вот, ну и получается, без него все было. Короче, все классненько. Единственное, ну, есть некоторые моменты непонятные. То есть, вот эту вот фигню отмыть здесь, клининг вообще такие цены заламывает. Короче, не знаю. Может быть, какую-нибудь лестницу придумаем и сами сделаем, потому что остальное я, в принципе, отмыл. Ручка только глючит. Ну, это шестигранник исправит положение. Вау. Какая штука. Блин. Вот. А так все затонировано, вот эти всякие штуки разгладятся, как и во всех других магазинах. Стажеры уже практически отстажированы. Ну, да. Сидит. Вот. Ассортимента, естественно, нету вообще, но он доедет вот-вот-вот, короче. То есть во время выхода ролика здесь уже самый топовый магаз с самым большим ассортиментом в Самаре, я так думаю, да. Ну, я думаю, больше, чем на аэродромной, ну, или примерно одинаково. Он второй, точнее, этот первый. Этот был первый, а тот второй, но они поменялись, потому что этот лошара, у него паспорт, типа, просроченный. Вот пока он будет делать, тот будет работать. И вообще, я думаю, что я из-за этой фигни останусь, короче, в Самаре. И на неопределенный срок, ну как неопределенный, пока найду другого чувака, пока, короче, отстажирую этого чувака, но здесь же топ, ты же, типа, вот он сейчас, короче, раз и делает паспорт, тот чувак пока работает, и бабах, у этого все готово. А по замечаниям, ну, жопа, типа, здесь все подключено, да, но все неправильно. Поэтому вон новые провода, там все переподключать, все перекладывать вот такие штучечки, ну, всякие соединения. Ну и по мелочи, реально по мелочи. Остальное фигня. Вот главное вот исправить всю электрику, но это сегодня тоже, сегодня-завтра доделается. Ну и как бы на самом деле это все. Встал такой, думаю, сейчас как понарассказываю, а рассказывать нечего. Все, я упал. Вот кабель канала еще, видал? Такая тема. Пам-пам. Ну что, вуалямба. Значит, я счастлив практически. 25 апреля, завтра у меня самолет.
Я вот сегодня уже закончил, особо на работе ничего не снимал, все доделал, все красота вообще, прям круто, точка пушечная. Народу дофигища там. Ребятки прикольные, стильные, самое главное. Блин, вот это надо было снять. Ребятки прям стиль вообще. Пушечные товарищи. Ну и классные, типа. Мне нравится их метод мышления. Молодые и задорные. Сейчас намутим салатиков. Собираем чемоданы. Или какой, как эти китайские, понял? Такая фигня. И типа все, сплю. Еду в аэропорт. Меня там ждут щи, меня ждут бабаки. Мега-контент. Собаки, да и вообще с женой это самая большая разлука. И с собакой самая долгая разлука. С собаками, да? Писюся, главное, чтобы там сердце не остановилось, чтобы она не обоссалась, короче. От счастья лицезрение меня. Ну, посмотрим, как это будет. Вот, короче, огонь. Прошел практически месяц, без двух дней. Кайф. Вот это, наверное, на завтрак. Да. Ну, это было прикольно. Много плюсов. Ну что, вот я в целом и собрался. Значит, сейчас будет наша любимая рубрика «Что в моей рюкзачке?», да? Здесь у меня вот заряжаются девайсы, да, ген-сирен. Егу надо дозарядить чуть-чуть на одну палочку. Мой новый пауэрбэнк. Короче, могу немного не варить, потому что, ну, ты знаешь, там, как я спал, короче, месяц без выходных. Торможу, да? Вот. Хорни ананасик, ананасовые жишки. Много жалоб всякого остается. Ну, как много, не очень много. А мы, кстати, парим. Так и вот. Там чуть-чуть пельмешков. Стремные, кстати, невкусные. То ли вода есть невкусная, вообще невкусно все есть. Не, ну что-то вкусно, мать, вот офигенно вкусную штуку делала. Это прям с огорода с ее. Ну, там сама растила помидорки, хрен, короче. Выглядит вот это вот некрасиво, я это даже не стал есть. Без обид, просто вот, ну, не ем некрасивые штуки. Сало она привозила, я там поел его, ну, я думаю, Федору оставлю. Вот купил в Аршане, короче, такую фигню, перец, а он тоже с каким-то вообще странной консистенцией, вообще невкусная фигня, нафиг. Тоже невкусная картошка, водичка. Ну, и, собственно, мои вещички, шмоточки, да, всякие шматье. Одни штаны, кстати, пришлось выкинуть, потому что, ну, там, снимал у меня вот так вот, карман нахрен оторвался. Там носок один оторвался. Я, кстати, если один носок у меня рвется, да, я оставляю один. Ну, типа, мало ли, у меня есть еще пара. Здесь порвется вот скоро, значит, этот буду носить с этим. Ну, так вот, ну, нормально же, да, по-моему. Ты так не делаешь? Зря, нормальная тема, по-моему. Маковей мой, который пора давно обновлять. Это крепление на бошку. Я буду снимать реакцию бабунечек, как меня встречают все. Мои древние очки, я еще в Самаре занимался, продавал их, короче. Перекупал, продавал. Господи, сколько они пережили, тоже мусор, в общем-то. Ну, типа, ладно. Зарядочки всякие, всякие штучечки, набор для обслуживания, штативчик, лампочка, документики, бейджичек. Чаечек, который я, кстати, так и не попил здесь. Ну, я же не брал с собой чайник. Airpods'ы задрали, короче, бесят меня вообще просто. Они, конечно, крутые, блин, очень удобная штука. Но, сука, ты болтаешь по телефону, они, короче, врубаются. То есть, ты вот так говоришь по телефону, они где-то в кармане, там, может, чуть приоткрылись. Или просто, я не знаю, глючит, короче, они врубаются. Ты никого не слышишь, только смотришь, блин, AirPods. Какие AirPods, сучара, дай мне поболтать нормально, короче. Приходится вот что-то тыркать, что-то там переключать, что-то здесь открывать, закрывать постоянно, короче, блин, надоело. Я сегодня, короче, ел, в маке сидел и достаю, короче, смотрю, вот этот бесит там. Ты открываешь, iPhone долго такой думает, там, открыл ты их, не открыл, кого-то рядом познаешь, чтобы посмотреть там, насколько кей заряжен каждый из наушников. Правый наушник начал гнать, короче. То ли контакты не срабатывают, то ли еще что-то там, то оближешь его, блин, вот эти контакты, чтобы оно заряжалось. Смотрю, заряжен на 50%, причем 5 минут хватает зарядить, да, где-то на 50%, ну, может, там, 10. И домой прихожу, а я на работе не слушал, вставляю правый, он мне тю-тю-тю-тю, разряжен. Ну, каким хером ты разрядился, если ты в кейсе зарядом лежал? Ну, непонятно, короче. Ну, вот. Ну, тем крутая все равно, в любом случае. Да и все. Как будто вещей меньше, чем когда я приезжал. Ну, естественно, там еще дощечка моя есть, которую я буду упаковывать в аэропорту.
Не знаю, вот ехать на такси или было, короче, на маршруте. Надо упаковать в аэропорт досочку, как и сюда. Но только она будет без коробки, просто так, короче, завернута в какую-нибудь пленку мягкую. Ну, там завернута. Вот, кстати, пауэрбанк вообще тема. Он, типа, заряжает круче, чем вот эти всякие зарядки. То есть здесь 2 ампера, да, выход. А тут 2,5 ампера. Ну, то есть с одного 2,5, с другого 2,1. Короче, прям быстро вообще. Вау. Пакетики, естественно, не нужны, просто, типа, ну, по загону, короче, сложил, все красиво. Пакеты тоже, ну, думаю, может, грязные какие-нибудь свои трусишки, там, маечки сложу, потом думаю, да, все, стирать один хрен, короче. Ну, и все, типа, что, тут еще диск у меня лежит, там, какие-то бумажки, договора, там, все такое, рабочий момент. Макулатура, в общем. Ну, и все, я доволен, счастлив, огонь. Прям пушка-гонг, самолет, да, как обычно. Что-то привязалось, блин, это не моя фраза, это Миша Коробка. Вейп-блогер, да, который? Вот. Так что, да, что-то привязалось. Не знаю, ты жись уже. И паспорт мой, да, я показывал его уже. Все. О, проветрись. Блин, такое глючное окно, короче. Хрустящее. Прощай, космопорт. Пошел в жопу. Не очень хочется возвращаться, все это старое, одно и то же, нафиг надо. И все. Да я замучился с вами этим, и все, я, короче, просто вялый, уставший. И возьму, короче, приеду, возьму в неделю выходных, там, как раз сменщику нужны деньги, пусть заработает. Я как бы уже заработал, да, отдохну, получу бабос, нормально мне будет. Елизавета Иванченкова привыкла, говорит, видеть баранов, прикинь, меня бараном назвала. Вот это прикол. Пойдем быстренько напишем мне. Говорит, судя по всему, по вам, типа, ну, привыкла видеть баранов. Я вышел здесь, она говорит, нельзя выходить, прикинь. Сам туда пойдет. Да. Ай, блядь. А пришли с такими благими намерениями просто купить что-то. Да. Ходи туда, делай то, там, туда-сюда. Что это такое? Царь во дворца. Пришел реально с крутым настроением, потому что я сегодня типа лечу домой. Ну вот решил заскочить на точку. То есть я изначально хотел на точку заскочить. Там посмотреть мало чего я забыл. Попрощаться еще разок. Снять вот этот стилек. Здорово. Здравствуйте. Все что-то дерзят, что-то, короче, кричат. Вот это сейчас кассирша. Нельзя картой оплатить. Я говорю, почему терминал есть? По времени не проходит. В смысле? Она говорит, это банковская операция. И чё, какая разница, что банковская операция? Чек-то вылезет, вылезет, все поступит тебе там мгновенно. Не мгновенно, так потом. Чек-то вылез, все одобрено. Какая разница? Короче, не продала мне на рейс, который я хотел. Продала мне попозже, через час. Думаю, хрен с тобой, в принципе, так и хотел. Ну, изначально вообще. Просто я не понимаю. Вот у меня там что-нибудь спрашивают, да, и если это не так... Да, я могу спокойно взять и объяснить культурно и нормально, да, тем же тоном, там, знаете, понимаете, такая-то ситуация, вот по этой-то причине мы не можем там провести операцию или еще что-то. Эти же! Да ты че, да там банковская операция, да ты знаешь вот это, да ты знаешь вот это, да пошла ты в жопу, блин, твою мать. Че орать-то? Истеричные, блин. Прям бесит, не могу вообще. Что там это, блин, пастух в Леруа, что здесь? Причем я выхожу же с Леруа с товарищем, мы идем вдвоем с покупкой, я просто вышел раньше, чем он оплатил. Нельзя здесь выходить. В смысле нельзя выходить? Мы идем вдвоем с покупкой. Ты мне говоришь, нельзя выходить. Почему нельзя? Я могу выйти через любую кассу, я даже войти могу через любую кассу. Ты мне орешь, нельзя. Короче, попадается много гавкающих людей. Просто так и без причины. И вообще непонятно, почему. Какого хрена? Подходишь нормально, интересуешься, культурно, спокойно, на тебя начинает орать. Но вот ты это все постоянно встречаешь, и сам здесь становишься таким, сам дерзишь, сам как гопник тупой общаешься.
Ну или это подстройка и видение. Да ну меня срывает, не могу, короче. Чё за хрень-то вообще? А потом мне стыдно, типа, за свое поведение. Ничего себе. Не забыли? Собака. Как будто я, знаешь, за хлебом сходил. Ну, такие спокойненькие, хорошенькие. Довольно. Ну, приехал. Дождались, девки. Да как будто целовать меня хочет, да, такая? Ну, я типа принципиально, говорит, не целуюсь, типа, но вот почти. Да, как Леха, приехал, хозяин. Приехал. Малыха такая не орет. Ой, кусает меня. Да, он съест тебя, мне кажется. Давай, я здесь. Все, Ну, это все.